Спасибо, добрый день. В прошлый раз в Тбилиси я вам показал деревню Армения в этой стране. Теперь я прибываю в другой центральноамериканской стране, в небольшом государстве Сальвадор. И здесь есть тоже своя Армения, только уже не деревня, а целый город. По последним данным переписи, в этой Армении проживает 35 тысяч человек. Основано это поселение было в 1550 году индейцами-пипилами, о которых я сейчас расскажу. Вернее, не о пипилах, а об этом городе. Почему бывшее название Гуаймоко, которое основали индейцы-пипилы, нынче называется Арменией. Кстати, город довольно-таки светлый и очень красивый. Вот такой вот небольшой, но достаточно симпатичный городок. А дело было, значит, так. В начале 19 века, в самом начале 19 века, когда поселение еще называлось Гуаймоко, сюда прибыли католические монахи из Италии. Из Рима, из Венеции, из Флоренции, из Испании было много монахов. И каждый распределил себе территорию, где он будет проповедовать христианство среди местного индейского поселения пипилов. Среди них были и армянские монахи из Венеции, мхитаристы. Им досталось Гуаймоку. Здесь они в этом Гуаймоку и проповедовали христианство. Естественно, католическое христианство, ни в коем случае не православное. Так как мы знаем, что мхитаристы были католиками. Через некоторое время сюда стали прибывать другие армяне, я так понимаю, это близкие родственники этих монахов. Стали они прибывать не для проповедования уже, а чисто для светской жизни, для торговли, для, скажем, налаживания экономики в этом регионе. Они здесь выкупили несколько угодий земли под какао-бобов, стали его выращивать и продавать. И самая известная фамилия, которая здесь была из тех светских армян, это Сингулян. Он остался здесь, в отличие от других армян, которые позже смешались уже с местным населением или выехали в другие регионы страны. А Сингулян остался здесь с семьей и дорос до мэра... Минуточку. До мэра Гуаймоку. И при нем стало впервые называться это поселение Сан-Сильвестре Армения. То есть в честь святого Сильвестра, покровителя Армении. Ну а далее уже и из названия поселения Сан-Сильвестр было убрано, это уже не им. Стало поселение называться Вилла Армения. Ну а еще позже, уже в начале 20 века, месту придали статус города, и он стал называться город Армения, где я сейчас и нахожусь. Кстати говоря, здесь сейчас нет ни одного местного жителя армянина по национальности. Как я сказал, большинство смешались с местными, либо же уехали. Вот такая история города Армения, во всяком случае, в Сальвадоре. Eres armenio? Sí, soy armenio. Soy también. Cuéntame, ¿qué sabes de tu ciudad? ¿Por qué se llama Armenia? Sé que esta ciudad recibió su nombre de sacerdotes armenios de España o Italia. Posteriormente, el señor Alejandro Sinigulian se convirtió en uno de los primeros alcaldes de la ciudad de Armenia. Los armenios étnicos se han mezclado durante mucho tiempo con los pipiles locales. Обратите внимание на эти горы лесистые, очень красивые. Может быть, поэтому мхитаристам очень захотелось остановиться и проповедовать именно в Гуаймоку.
а не в каком-нибудь другом месте. Город Армения буквально в колодце и окружен красивыми горами. Чуть поодаль уже Сансенаты. Вот такой обычный латиноамериканский городок. И пилка с пепеленком. Ну и чики пепелята. Местные жители дожидаются автобуса, который едет в Сан-Сальвадор. Давайте на них посмотрим. В их лица. Вроде ничего армянского. Отгляньте, что я нашел. Какое поэтическое, красивое название на стене кто-то расписал. Это в честь, наверняка, столетия. Да, в 2019 году была роспись 9 сентября. Значит, Армения Сальвадорская отмечает свой день рождения 9 сентября. Запомним. Вы знаете, пока я нахожусь в Армении, скажу вам честно, Армения мне больше понравилась, чем Сан-Сальвадор, столица. Столица страны, ну, какой-то захудалый город, я не знаю, на любителя может быть, но, честно говоря, мне Сан-Сальвадор не понравился. А вот в Армении есть чем заняться, хотя и маленький город. Да и вообще и Сансунаты, и другие города Сальвадора, они намного интереснее и приятнее выглядят, и чище, чем, скажем, Сан-Сальвадор. Но это я по секрету, пока рядом нет жителей Сан-Сальвадора. А вообще не в моих правилах говорить что-то плохое о стране, где я пребываю, и о жителях. Но я привык видеть только плюсы, и это, наверное, хорошо. Ну что, друзья, мне пора возвращаться в Сан-Сальвадор. Я еще пару дней буду здесь, а потом собираюсь в другие Армении, в частности, в ближайшую, которая находится в Гондурасе. Я не зря сказал «которые». Почему я так сказал, вы узнаете в будущем выпуске об Армениях. А пока до встречи в Гондурасе.